Эй, йоу! Всем привет, с вами Максимация, и сегодня мы продолжаем проходить игру Илья Муромец и Соловей Разбойник. Итак, давайте продолжать. Так, мы остановились в Царьграде. Вот тут где-то. Вот мы уже прибыли, короче, в Царьград. И тут у нас такой рынок, короче говоря. Тут чувак огонь в рот дышит огнем, блин. Так, Алёнушка решила нам помочь. Это здорово, помогать друзьям приятно. А ничего, тут магазинчики. Может, шопингом займемся? Нет времени сейчас на всякую ерунду. Ладно, давайте местных поспрашиваем. Что-нибудь пособираем тут. Что это, перец? Стаканы. Чё тут только не наберешь, блин. Давайте понасобираем тут ерунды какой-нибудь. Так, чё, в этой стороне что-то еще было, вот стакан. Вроде больше ничего нету, туда Илья не хочет пока идти. Давайте поспрашиваем местных. Скажи-ка, мил человек, а не видал ты здесь часом богатырского коня или соловья-разбойника? Не видел ничего такого. Нам вообще по сторонам смотреть не получено. Привет, дружище. Друга и кормить животное запрещено. Это жестокое обращение с животными. Да я про вас такую статью напишу. Я отлично. Не боясь ничего. Да. Фу, жара сегодня на улице, капец. Ноги вспотели уже совсем. Так. Кстати, я тут немножечко взял и подумал, а может быть мне стоит продолжить летсплей на Майнкрафт? Пожалуй, мы и так и сделаем. Я думаю, что скоро выйдет новая серия по летсплею Майнкрафта. Вы меня просили, и я решил, наверное, вернусь от Майнкрафта. Потому что я смотрел, что летсплей Неркина, летсплей там мистиков всяких. Вот люди их смотрят. Видимо, и мне надо так делать. В общем, скоро выйдет новая серия по летсплею по Майнкрафту, и серии будет очень много. Да пребудет с тобой сила, великий дух. Счастье и просветление подаваешь. Вижу, дух ты сосочный пришел. Так и есть, начинаю. Ищу коня своего богатырского, Бурушку, и соловья-разбойника. Их здесь нет, но близко чувствую они. В Царьграде уже должен быть. Великий гуру. Серии, надеюсь, часто выходить будут по Майнкрафту. Надеюсь, что скоро выйдет. Здравствуй, уважаемый. А не видал ли ты здесь коня богатырского и соловья разбойника? Я бы обязательно. А хитрая дудочка у тебя, уважаемый. Дуешь в ней, змея и танцует. Это еще что? У меня вот такие инструменты специальные для разных сфер имеются. Для ишаков, для верблюдов и даже для слонов. Бери, дорогой. Всего 5 золотых. Слово, миша, ноги, все будут за тобой ходить, как на привязь. Я подумаю. А для собаки есть?
Здравствуй, уважаемый. А не видал ли ты здесь коня богатырского и соловья разбойника? Видел бы, заявил куда положено. Стой, на пляж без справки нельзя. Какой такой справки? Просто поражаюсь в глубине твоей отсталости, чужеземец. На пляж нельзя без справки о здоровье. Да таких здоровых, как я, во всем свете не сыщешь. А может, это только видимость? Почем я знаю? В любом случае, у нас порядок такой. Без справки на пляж нельзя. Где ж я возьму эту твою справку? Найди, голубчик, лекаря, да попроси выдать тебе справку. Делать нечего. Попробую. Здравствуй, мил человек. Скажи-ка, а где тут у вас лекаря найти можно? А зачем тебе? Да нет, справку получить нужно. Без нее на пляж не пускают. Ну тогда вон к Йоле можешь обратиться. Он же врачающий. Ай! Эй, пропускай, пропускай уже. Пропускай эту дудочку. Обсуждали это уже. Давайте. Да прибудет с тобой сила, великий голос. Счастье и просветление подаван. Ищешь, вижу кого-то. Так и есть, полный чемпион. Справку мне требуется, чтобы на пляж Царьграда пройти. Духу моему подвластно. Отнеси и справку. Нет у меня денег, великий дух. Но может что-то еще нужно тебе для просветления? Яду принеси мне, подаван, змеиного свежего яду. Постоянных дух мой испытаний требует. Яд змеиный пить регулярно должен. Уясню. Иду искать яд. Странный ты человек, как можно яд требовать? Мне нужен яд для учителя. Но это может быть опасно. Нет. Гуру знает, что делать. Ты что скажешь? Скажи-ка, служивый. Не знаешь ли часом, где здесь яд оставил? Мне вот говорили, что боевой слон ядовитый. Но инструкции на него еще нет, так что ничем помочь пока не могу. Тут змея, вон кобра. Разрешите, уважаемый, у вашей гадины яд лишний изъять. Да сколько угодно. Чем меньше яда у нее останется, тем не запасно. На страховку сохранить. Только не хочет найти яд. Так что не знаю, что я не хочется. Ну, это уж мое дело. Дай яду, гадина. По-хорошему прошу. Эх, не понимает. Ну-ка. Давай, выдай яду быстро. Нет? Вот привередливо. Не хочет яду давать. Тебе посудина, змеюка. Смотри мне, чтобы яду до краев было. Все, я пропускаю. На, держи, пей, на здоровье. Знаю, принес ты, что нужно. Вот, учитель, выпей яду. Спасибо, подаван. Яд отличный. Чувствую, мое приближается просветление. Как ты ее в воздухе держишь?
Обалдеть. Как он так делает вообще? Непонятно. Ну ладно, справку поставим. Вот справка. Так вы, голубчик, практически здоров. Можете проходить на пляж. Давай, пропускай меня быстрее. Ну вот, пляж. А у меня купальника нет. А хочешь, я тебе свою кольчугу дам? Можешь в ней искупаться. Она у меня из нержавейки. Да что-то расхотелось. О, кого я вижу? Алёша Попович, блин. Со своей бабой. Вот это да! Алёшка! Его-то каким ветром сюда занесло? Неужели тот самый богатырь, Алёша Попович? А можно я у него интервью возьму? Лучше не надо. И вообще не заговаривай с ним, а то с Любавой проблем не оберешься. Ну ты баба, должна понимать. Ладно. Здоров будь, богатырь Алёша Попович. Здравствуй, Илья Муромец. Все на службе государственных злодеев ловишь? Да нет. Пришлось уволиться из-за несогласия с политикой руководства. Но злодея одного ловлю. Соловья-разбойника. Похитил он коня моего богатырского. Дурушку? Так я его видел недавно. Из моря вышел на пляж, а я-то думал, примерещилось мне. Да нет, не примерещилось. А куда потом конь делся? Не знаю я. Как решил, что привиделось, так сразу отвернулся от греха подальше. Скажите, а что вы чувствовали, когда сражались с Тугариным? Ну? А вы, девушка, кто вообще такая? Ну что ты сразу начинаешь, Любавушка? Да и борода у него откуда? А потому что нечего лохудрам всяким к тебе с вопросами цепляться. Это я лохудра? Ну все, хватит. Раскудахтались курицы. Пора нам Бурушку искать. Да и соловья-разбойника я бы повстречать не отказался. Поговорил бы с Алёшкой. Да боюсь, баба опять сцепится. Ну пусть она первая не начинает. О, монетки. Интересно, откуда здесь золото? Узнаю след Бурушки. Богатырское копыто. На подковы целый путь железа уходил. Отлично! Идем по следам. Оп. Кто это? Потрясающий архитектурный ансамбль. А как по мне, так для ансамбля здесь гуслей и балалайки не хватает. О, это дворец императора, наверное. Здоров будь, служивый человек. А не видал ты здесь часом коня богатырского? Видел, конечно. И коня вашего, и князя. А куда они делись, не скажешь? А с чего это я тебе рассказывать что-то буду? Может, из воинской солидарности? Это вряд ли. Знаешь что, чужеземец? Мне здесь еще целых 3 дня дежурить. Придумай, чем мне на посту развлечься. А я тебе про коня твоего, да про князя все расскажу. Ладно, попробую. А хочешь, я тебя скороговорки научу? Отлично помогает время скоротать. Давай, повторяй за мной. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Ехал грека через реку, видит грека... Фу ты! И вообще у нас с Грецией древней напряженные отношения, так что не годится твоя скороговорка. Другое развлечение мне придумай. Ладно. Может быть, мяты тебе дать? Мята перечная, дыхание освежает. Глядишь и пригодится. Вот возьми перечную мяту. Лекарственное растение. Не, я знахарство не признаю. Мне мой доктор строго-настрого запретил самолечением заниматься.
Слушай, Алёнушка, может, развлечешь служивого? Станцуешь ему или песню споешь? Еще чего? Я летописец, а не скоморох. Может, тебе жвачки дать? Вот эта смола поможет сделать жвачку. Смола хвойная. Чрезвычайно для организма полезна. Может, а давайте перчика намешаем. Во вкуснотище-то будет, о, как время скоротит-то. На, держи. Вот, отведай. И вкусно, и время скоротать поможет. Фу ты, отрава ядреная. Мне бы что не понравилось, ладно. Другую вообще. Смолу сейчас возьмем. Смола хвойная. Горчички. Тоже вкусно будет. Просто обалденная жвачка будет из горчицы. Скажи гадость. Фу ты, гадость какая. О, офигеть. Хватит. О, теперь рассказывай. Вот, отведай. А про коня богатырского и князя киевского рассказать? Ах да, забыл совсем. Схватили, значит, твоего князя и в тюрьму бросили. А конь при нем был? Сперва вроде был. Все, хватит меня отвлекать. Не знаю я больше ничего. Совсем византийцы ошалели. Князя русского и коня богатырского в тюрьму сажали. Ну, князя я еще могу понять, за что. И вообще, арест главы иностранного государства может быть приравнен к началу военных действий. Ну, я им покажу войну. Пошли к тюрьме. Ладно, отправлю. Идем теперь к тюрьме. Правда, фиг нас туда сейчас пропустят. Там тоже стражники стоят, правильно? Привет. Ну куда ты? Пошел ты. Куда ты? Зачем тебе слон? Куда ты пошел ты? А, это Василевс. Да, плохо дело. Уж больно их тюрьма крепка. Без тяжелой осадной техники никак не прорваться. А давай на нее огромного боевого слона направим. Зверь мощный, справиться должен. Только как же ты его направишь? Так тебе же заклинатель дудочку для слона предлагал. Точно. Пойдем к заклинателю. А можно вашу дудочку для слона испытать? Это я запомню. Отличная дудка. Года, если что, приходи. Ладненько. Пора испытать нашу дудочку. Оно проваливает. Посторонним здесь находиться нельзя.
Да я только убедиться хотел, что преступники надежно заперты. А то слышал недавно, чужеземца одного арестовали. Говорят, прям зверь настоящий. Так и есть. Привели одного недавно. С виду-то совсем заморыш, но как глянет, аж мурашки по коже. Еще князем себя величает. Но ты не бойся, он надежно заперт в камере для особо опасных преступников. А коня богатырского с ним часом не было? Что-то ты много вопросов задаешь. Ты часом этого самого князя не подельник? Даже наоборот. Ладно, проваливай отсюда по-добру-поздорову, пока стражу не вызвал. Вот настырный. Говорю же тебе, иди отсюда. Или хочешь, чтобы тебя самого в тюрьму засадили? А может и хочу. Ну и не выйдет у тебя ничего. Тюрьма и так переполнена, так что лучше уйди. Что-то есть не хочется пока. Странно, да? Еда-то, наверное, не русская, поэтому и не хочется. Как-то хлебковата деревяшка для моей богатырской руки. Интересно, что за хмырь такой? Наверное, особо опасный преступник в розыске. Какой хмырь? Это император вообще-то византийский. Васильевс. Он появлялся вот в третьем прелюме целой разбойника и в «Три богатыря и наследница престола». Главным антагонистом он там был. Ладно. Ладно, Алёнушка, а теперь надо бы на слона на тюремные стены направить. Так это просто. Нужно с дудочкой в тюрьму пройти, да через окошко заиграть. Скажешь тоже, просто. Меня туда точно не пустят. Ну так я пройду. Смотри и учись. А лучше пойди и со слоном побудь. Проконтролируй, чтобы не делся никуда, пока я в тюрьму проникать буду. Только смотри, если что не так, сразу ко мне беги. Прибегу, как же! А ну-ка, пустите меня. Иди отсюда, барышня. Мы тут делом важным заняты. Преступников охраняем. Нам не до женских капризов. Так я и есть настоящий преступник. Посадите меня в тюрьму. Ой, не смеши. До тебя максимум, но хулиганства хватит. И то мелкое. Ах так? Ну, гляди у меня. А может быть, я замышляю что-то страшное? У нас цивилизованная страна. Мы за намерения в тюрьму не сажаем. А может быть... Ладно, ладно. Сейчас я вас тут, блин... Получай! А вот и не больно. Нас в школе тюремщиков учили удар держать. Сейчас я тебе, блин, покажу. Получай, сатрап! Ой, щекотно. Щекотно, я, блин, не прилетел, даже не это, не попал. В расход, овощи! Ладно, сейчас я грозное преступление тогда вам сделаю. Булыжник! Оружие пролетариата! Какой неприятный мужчина! Я огонь! Прямо в точку! Это оскорбление Василевса, статья 319 нашего уголовного кодекса. Хватаем ее и в тюрьму. Наконец-то! Да на 75 лет! Хотя я бы за такое гнусное преступление смертную казнь ввел. Не, это и мне не надо. Смертная казнь? Как-то в мои планы не входило. Это уже слишком, нам такого не надо. А вот в тюрьму сажайте, я этого и хотел. Здравствуйте, барышня! И тебя загребли. Добро пожаловать на хату. Меня Илья Муромец прислал, чтобы вас освободить. Отлично, бля.
Не бойтесь, скоро сюда ворвется Илья Муромец на огромном боевом слоне и спасет нас. Белины объелась, что ли? Хотя какая тут белина? Эх. По какой статье упрятали, красавица? По 319-й. Так от тебе еще 75 лет здесь загорать. Да, уж точно. Ладно, пора продудеть немного. Не вышло. Вот зря я в детстве отказывалась в музыкальную школу ходить. Так. Ладно, сыграй, чувачок. Может, сыграете для дамы? Можно. Я совсем от тюремного воздуха ослабел. Может, ты сыграешь? Вот возьми, сыграй что-нибудь, а то у меня не получается. А что сыграть? Да что угодно. Ну ладно. Да эта дудочка не настроена, как я могу на ней играть? Дрянная дудка, да? Ладно, сейчас попробуем сделать вот так. Есть у меня хитроумная мыслишка. А не могли бы вы, уважаемый сиделец, охранника вызвать? А как же, могу. Только делать этого не буду. Я тут подземный ход рою. Не хочу, чтобы обнаружили. Ох ты ж, ё-моё. Не хочу, чтобы обнаружили. Так здесь подземный ход есть. Значит, мы скоро сможем на свободу выбраться. Ага, как только работу закончу, выберемся. Я охоту тут уже 20 лет рою. Осталось всего ничего, какие-то жалкие 3 года. Оглянуться не успеете, как окажетесь на свободе. 20 лет? Нет, так долго ждать мы не можем. Нам бы охранника вызвать и прямо сейчас. Может, согласитесь? Как же так? А мы для вас что-нибудь взамен сделаем? 20 лет-то. А мне не надо ничего. Ну, если уж так приспичило, давайте сыграем. На срок тюремный. Выиграете — вызову охранника. А проиграете — так 10 лет за меня отсидите. Договорились. Правила, значит, простые. Нужно по своим шашкам щелбаном щелкать, так, чтобы чужие с поля выбить. У кого на поле шашек не останется, тот проиграл. Ладненько. Кстати, если мы проиграем, он скажет, что у него срок 350 лет. Господи, какие 350 лет? Это уже... люди не живут столько. Тут уже смертный приговор можно и сделать. Я сделала это! В принципе-то. Смысла-то нету в таком сроке. Yes! И че же он, интересно, блин, я сам себя убью. А мы вот так. Черт. Так тебе. Ну, блин, ну... Я сделала это! Прям чувствую, как мой срок уменьшается. Что-то тут немного подкосячили с озвучкой. Почему Аленка говорит? Доходяга же его вот выбил. Вот так. Я сделала так это! Так тебе, понял? На, зараза. Yes! Сейчас я тебе тут все выбью. Нет, 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 не вылетай! Сейчас. Сейчас я класс покажу! Суперский прям класс. Вот так тебе, понял? Я сделала это! Получи, блин. Yes! На, зараза. Я сделала это! Сейчас я тебе все тут отобью. Yes! Блин, а я 2 вот своих так выбил. Так тебе. Так, сейчас моя очередь. Ну, зачем ты туда запульнул-то? Пыщ. Я сделала это. Пыщ, блин, свою выбил. Бью крученый. Сейчас я класс покажу. Ну, ты зараза, блин, да ё-моё. А мы так, вот так. Сейчас моя очередь.
сделала это! Yes! Он чё, выбил давление? Ёбаный учёный! Куда? Я сделала это! Прям чувствую, как мой срок сейчас уменьшается. Сейчас я класс покажу. Так тебе. Я сделала это! На, зараза. Yes! Получи, зараза. Я сделала это! На, блин. Всё. И вы тоже неплохо играли. Ладно. Договор дороже денег. Какие-то подозрительные звуки из вашей камеры. Сейчас проверю здесь все. И если что, пеняйте на себя. Обижаюсь, начальник. Нифиг, ну и морда, блин, у этого охранника. Ну и усы. Да нет там ничего, что ты зыришь. А это еще что за запрещенный предмет? Дудочка, но она не играет совсем. Сейчас проверим. Тихо, ролик пропускать надо. Выходит, Алёнушку стражники схватили. Точно так все и было. Да я бы не допустил, я бы их... Но предупреждать о таких вещах надо. А то я сижу, готовности никакой, а тут стража. Ясно все. А коня богатырского куда дел? Так я его во дворец Василевса привел. Только мы для пущей сохранности. Чтоб когда ты до Царьграда доберешься, вручить в лучшем виде. А он, Василевс, предатель подлый, бурушку себе забрал, а меня, законного правителя суверенной державы, в темницу к ворам и убийцам и казну государственную себе присвоил. Ну, с Василевсом твоим мы разберемся. Так у него же армия целая. Да и соловей-разбойник, он на службу записался. Значит, со всеми разберемся. И с соловьем в первую очередь. Ладно. В общем, разрушили мы тюрьму. Алёнушку там, видимо, судя по всему, схватили. Сейчас мы с князем будем проникать в этот дворец. Так. Берем в плен знамя противника. Возьму с собой, а то вдруг устану. Цель верная, но высоковато больно. Будем дворец брать приступом. Точно, Илюша, у меня от этих переживаний чуть сердечный приступ не случился. Так, надо подпереть. Вот бы его поддеть чем-то, иначе не вытащить никак. Вот этим попробуем. Давай я буду. Вот это. Чё я сказал, блин? Балбес, я зачем я сказал это? Высоси воду надо было сказать. Вот зачем я сказал? Капец вообще. Чё я говорю? Вот так. Не допрыгну. Далеко больно. Вот князя забросил бы. Толку от него здесь все равно никакого. Надо было, надо, наверное, это слово запикать, наверное. Я, наверное, запикну это слово. Лучше никому его не слышать. Слишком уж это пошлое слово. Блин, зачем я его сказал? Я случайно совершенно сказал его. Вот это я понимаю. Рабочий кабинет. Офигеть, красотища-то. А дизайн? Вернусь в Киев, докажу себе такой же сделать. Да, красно место. Вот только нам Бурушку да Алёнушку выручать нужно. А дверей здесь что-то не видно. Как это? Точно, дверей нету. Неужто Василевск трону через окно лазает? Вряд ли. Да уж, обалденное местечко.
Вообще прям ярко, все ярко, контрастно. Это что ж ты удумал такое? Трон владыческий ногами топтать? А чего с ним церемониться-то? С Василевсовым троном? И то верно. Ну давай уж лучше я на трон полезу. Так-то оно посправедливее будет. Да ты... Ну давай. Мне это все равно. Царская кровь, да? А можно я корону себе оставлю? Ну или хотя бы скипетр. Эх, не о том ты, княже, думаешь. Да забирай, забирай все. Тут не жалко, в принципе. Скипетр. Высоко висит, не достать. Давай, что ли, подсажу тебя. Достанешь эту длинную золотую штуковину. Не штуковину, а скипетр. Деревня ты дремучая. Деревня дремучая. Вставляем скипетр, короче, здесь. Вот так. Сюда державу. Вот так. А сюда корону. Механизм какой-то. Вот так. Ох ты, все, идем. Господи, жуешь свой леденец, господи, постоянно. Как мне это место нравится, так и остался бы тут. Ну и оставайся, а я друзей выручать пойду. Ладно, отправляемся. Сейчас снова будет битва. О, блин, тут целая армия у него. Некоторые из них могут в воздухе висеть. Тут все эти воины одинаковые на внешний вид. Ну, в принципе, тут понятно, в принципе. Тут еще можно потерпеть, что одинаковые. Но то, что одинаковые разбойники были, это как-то меня не обрадовало. Еще два вида разбойников было всего. Тут лучники. Есть те, которые с топорами, есть которые с луками. О, блин, садится аккумулятор. У камеры. А, о, господи, на какую я кнопку жму? Так, надо быстрее заканчивать, а то... Камера сядет скоро. Соловей, ну-ка иди сюда, соловей. Иди сюда, соловей. На. Вот вам всем, поняли? Уроды. О, почти уже соловей-разбойник сдох почти уже. Блин, стреляют. Все, сдох, соловей. Соловья победили. Осталось только и... Осталось
только прикончить оставшихся солдатов. Соловей на самом деле не сдох, его Василевс в тюрьму посадил. Это можно понять по 9-му фильму про богатырей. На, зараза. Осталось немного. Четыре индикатора. Ну, уже три. Да что ты? Вот так себе, понял? Вот. Сейчас будет ролик. Мы его сейчас пропустим. Вот. Все. Вот мы и прошли еще одну игру. Илья Муромец, Соловей Разбойник. Что ж. Следующая игра — это Три богатыря и Шамаханская царица. Мы ее тоже будем проходить. Обязательно. Ну что ж, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за большой за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я вступаю в сообщество ВКонтакте. Я, конечно, ни на что на это не настаиваю. Досматривайте титры и всем пока. Three.